Как конвертировать RAR в PDF? Перейдите на azazip.com и выберите правильный конвертер файлов. Нажмите «Выбрать файл RAR для конвертации», чтобы открыть средство выбора файлов, или перетащите файл RAR прямо в azazip. В нем будут перечислены все файлы PDF в архиве RAR. Нажмите синюю кнопку «Предварительный просмотр», чтобы открыть PDF-файл в браузере. Нажмите зеленую кнопку «Сохранить», чтобы сохранить отдельный PDF-файл на локальном диске. Это так просто. Надеюсь, это поможет. Пожалуйста, нажмите на логотип и подпишитесь. Это очень много значит для нас.